Я вообще, блядь, подхожу такой, пью, блядь, ману, блядь, инер себе залил. Хуяк на меня дракон летит, я вообще охуел, нихуя себе. Большой такой. Страшно, да? Таунт нажал. Он летит на тех, кто трэш не бьет. Понял, блядь. На тех, кто АФКшит. Без предупреждения. Как-то справедливо. Давай, ставим сотку, сдохну я от дыхания или нет. Нет, видишь, не сдох. Потому что дубовую прожал и форму медведя. Так, Геншина вот сюда, в тьму. Вот, нормально. А то, что тут три копии, я вообще охуел, конечно. По-моему, тут должна быть только одна. Ну, тут три хила пойдем? Да. Конечно. Че, спекаться, да? Ну да, спекайся. Даю тебе, блядь, подоможи. Кто в натуре, блядь? Стрим для тех, кто не в рейде. Не надо. Спасибо. Так, а что тут вообще надо? Я в свету, запротная эпоха. Го? Да, го. Куда го? Ты только неистовство нажми, это, а то пиздец будет. Мана у тебя вроде фул. Вот, это самое главное, то стаунтит моба еще. Такой, куда го? Сука. Куда-нибудь, ебать. Интересно, вторая соберется? Сколько там онлайн? 19. Если всякие бигдемы будут. Блядь. Бигдем ВРС 25-ку собирает. Тут две копии, да? Их три будет? Да, наверное. Ну, хуй знает. Ну, один босса начинает, а второй две копии. Да, да. Чего мы ждем? А нахуя вы в три танка? Ну ладно, похуй. Вот и спрашиваю. Колидринг же спекнулся, или чё? Ладно, похуй. Вдруг какого-то танка убьет. Годится. Я забрал вторую. Так, вот копия. Нихуя, он лес на вторую. А это хилился. Это вообще уебищная хуйня. Не знаю, что тут прописали ему нахуй. Но это полная залупа. Ой, ёбищный босс меня бесит. Синтек, мне вообще интересно, какого хуя ты в сове, блядь. Ладно, похуй, на мобах еще может. Это не мобах-то, да, чё, вроде не шотают. Не знаю, сейчас проверим. Вот копия появилась. Давай, одного забрал, говорит. А я думаю, еще на Саяне чё шевы, блядь, кто даёт? Охуеть. Давай, Холидринг, тогда в ДД, Хукмастер, останься на трэше. История там на пуле. Там с двух сторон будет, но ты с одной стой. С другой история на пуле. Блядь, заебёте, а? Ну, можете и в танках оставаться, ну просто чтобы быстрее этого пидора убить, там хули у него 5 лямов всего. Блять, ну пиздец какой-то, а? Чё? То в ДД, то в танка, блядь.
Нет. Как проститутку, да, туда-сюда. Хуже. Хуже проститутки. Для освоения лучше, бля, танчу нахуй. Работа станчит. Ты? Давай я потанчу. Хрюк таунт в каст не забудь. А ты ж мод перекидываешь или что у тебя там? Холи дринк. Ну, я переспекался, шмот переодел, блядь. Говорит, не, в ДД, не, в танка, блядь. Да похуй, все, сиди в танке, похую. Пернитесь, что ли, а? Для приличия. Че, погнали. Я справа трэш. Ну, блядь, затмение ебаное, под фир как раз, сука. Да, блядь. То, что я хотел, блядь. 4 ДД такие бьют. Десятки, чё, по одному трэшу уходит? Чё говоришь? Десятки, я говорю, по одному мобу уходит. Да. Мне интересно. Это же десятка. Сейчас Геншин во тьме начнется интересность. С синтеком там. Да не, во тьму я понимаю, но на Т6 здесь, типа. Ну, да похуй. Ты имеешь в виду, что синтек сейчас, типа, в хе? Ну да, убили бы его быстрее, да. Если бы он. Ну так-то бил. Да. Я про это говорю. Тут-то вообще не хухили. Да не бьют, как пиздец ладошкой, блядь. Пошли потом в десятку обычку. За этим. Полный дом. Давненько я этого жду. Таинственная дама. Ну вообще, по плану хотя бы вторую резку собрать. Пронести, если будут люди. Ну так я хотел после этой РС-ки в кару 10 оп сходить. ГМ оп еще, если может время будет. Так. Короче, это. Ставить метки не буду. Смысл знаешь, да, Хурюк? Чё как? Значит. Он начнет, агрона берет, чтоб там это самое. Ну и также первый метеор, и там хридринг пойдешь, заберешь. Так что пускай он лучше начинает. Там если, ну, будь на коне, если вдруг босс сдвинется, то вернете его в центр примерно. Оставь ну, рыбу. Смысл тут в чем? Тут все то же самое, только лезвие будет 2, будет крест-накрест, шариков 4. Вот. Мы, ну, самое главное начать двигаться до лезвий. Да. Вот. Во тьме лужа замедляет еще. И самое главное, значит, в свету у нас остается Шектор, вот, и танчит свет Холидринг. И когда наступает вторая фаза, точнее третья, мы выходим втроем. Воют, Келе, Свистофляга. Я буду диспелить это самое. Выносить на край. Ну, с меткой вообще, вот, которую выносить надо, не Ибланти, блядь. Во тьме пускай этот Геншин диспелит. Ну или Синтек, хуй знает там. Но имейте в виду, если метка выносится, если Геншин или Синтек выносит метку, то это надо, значит, и танка не проебать, и метку не проебать. То есть, ну... Вот. Во тьме что получается? 2 милика, в свету 2 РДД. Ну и смотреть будем по процентам. Получается, если процентов 60, это получается во тьме дохуя дамага. Если 40, это значит свет стопает. Ну, стопать буду я, наверное. Келе, свистофляга, пускай бьют. Этот кулак повару, пожалуйста. Так, сейчас рыбу поем. Нихуя сложного, просто реагировать надо очень быстро на метки. Иначе очко будет. Дайте каску по роге. Ну и танка хорошенько хилит. Ну, не каску, а кулак, сори. Ну, заходите за линию. Кулак повару. А чё, Хрюк не отсюда начнёт? Так, ты первый. Кто дает кулаки? Дайте кулак, пожалуйста.
Как хотите, там начинайте. Похуй, я не знаю. Могу я? Ну давай, я начну. Бля, кулаки дайте, пожалуйста. Кто кулаки? Дайте кулаки. Вот я прото раздал. Да не надо прото. Прото. Пускай, вон Геншин есть там во тьме. Ты им кулаки дай. А вот на первой пати можешь прото оставить. Куда первый на пол? На этого, на хулидринка. И вообще, крикнули бы на АП, да и все. Хотя на ХП лучше крик будет. Да, АП крикнула я. Так, все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Кто там агро сразу? Ну носи. Тут мастер, прием, блядь, спишь. Так, повер... ничего, ревайпались 22 раза. Говорит, а потом и Жора сдох на метеоре. Угу. Не спите с меткой, это самое главное здесь. Встали, мы разбафались, он говорит. Встали, кинули тело. Побежали, да? Да, побежали. Вот 1% перебегаем. Готовимся, сейчас будет фаза. Так, сейчас Хурюк зайдет. Вот он зашел. Заходите. Да. Заходим, встаем сбоку. Слава будет радоваться с 22-го. Так, значит, сейчас начинаем двигаться. Да, двигай, Хрюк. Двигаемся. В сове бежим. В сове, сука. Захилить Хрюка. Все, где исчезли, там и появится. Выноси, прием, братал. Брателла, блядь. Все. Схиль. Ну, ебать, не проебите, это пиздец. Все, 10% еще. Смотрите, лезвие тут появится. Внимательно смотрим скоро. Вот лезвие будет скоро. Сейчас. Только в шарик не беги, в шарик не беги, в шар не беги, баран, блядь. Ёбаный в рот, бомжи, сука. Лолки. Вы вообще не понимаете, да? Ни ДБМа, нихуя нету. Заходите, умирайте. Винс, не заходите сейчас, кто призраком будет. Охуеть. Заходи, умирай, снимай бабу, блять, бой висит на инсте, они хуй зайдут. Да на диван еще кинули, блядь. Не заходите, не надо диваны никакие кидать тут. Это все равно бесполезно, в другом мире его не убьют. Теперь заходим. И не это выйдет. Нет, тут фишка в том, что не в диване, а то, что я чиниться мне не надо, бесплатно. То есть это вы чинитесь, вы умерли, а я диван кинул, умер, и не надо. Братки, блядь, метки три вида есть. До лезвий, во время лезвий и после лезвий, нахуй. Вот то, которое второе было, блядь, синтек, блядь, он хуй когда... Блядь, брателло, синтек, ты тут? Во время лезвий, когда ты бежишь между двумя шариками по ходу движения лезвий. Ты сейчас бежал прямо по вдоль луча, нахуй. Прям по лучу, и ты сдох. И все четыре тела сдохли. Вы стояли хуёво, блядь. Что, не видно ДБМа, блядь, когда лезвия начинаются, или что, или как, блядь? Вот эту хуйню вы должны видеть, блядь. Это пиздец, должно само собой быть. Синтек, блядь. Еще лужа там со света насранная, блядь, которую не к краю выносят, так хуй пойми как. Лужи на край максимально выносим. И быстро. Стоим на максимальном РЖ хукмастер от босса, а не под боссом, блядь. Тебе нести дольше.
Ну, с прыжком нормально, но, блядь, быстрее надо. Ты простоял 3 секунды с меткой. А на ней стаки вырастают. В гере эти стаки шотать будет. 3 секунды лишних простоешь, тебя не захилят, уронят нахуй. Если а сейчас хапал... что, ты не гер? Чего? А сейчас что ли не гер? Я про 25-ку говорю, там урон больше. Заходите за линию, чё вы, блядь? Синтек нахуй. Пиздец. Бежит прям в лезвие. Даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Выравнивайте босса, ставьте его в центр обратно. Ну, блядь, ну как? Вот как нахуй? Вот. Синтек ресы мастера. Ты во тьме будешь? Какого хуя нахуй? Вы мне объясните, блядь. Да накрыл не в того, походу. На пулы, наверное, не в того нового дали. Но... На пулы в хуликан. Повыше. На пулы хурикан танчит холидринг. А, ой. Сори. Ты получил. Метеор 3 секунды. Бежали. Убафы дали по хокмастеру. Заходи. Беги, малышка, беги! Да, что Фридома нет, хуёво, конечно. Вот шарик прошел за нашими спинами. Начинаем двигаться сейчас потихоньку. Стоим в сове. В сове. Беги, малышка, беги. Так. Тебя полюбил, пиздец. Угу. А хули лучше меня, блять. Ну, так-то да. Сейчас бы за собой пошли, было бы еще веселее. Чё, сука, тварь ебаная? Пиздец. Геншин сдох. Геншин сдох. Ну, ходим, попробуй. Я выйду, свет его резну. Ну, синтек соло, хуярь. Надо пробовать. Давай, хуярь соло. Третья, четвертая. Какая третья, четвертая? Ну, вы поняли, да, кто? Ну, да. Так, Геншин, вставай. Когда лезвие закончится, скажете ему заходить в тьму. Даю ему инер. А, вы сдохли в тьме, да? Нет. Молодцы. ГЦ, бля, поздравляю. Падаем, ложимся. Все, подъебало, заходим, боссы. Только в инст не заходите, то призраком будет. Геншин, ты чё, блядь? Я даже не понял, чего я умер, нахуй. Да, блядь. Понятно. Я от лезвия умер. Верно. Я не знаю, ну, блядь, если вы будете, ну, расслабленно относиться, мы так и будем на лезвие вздыхать, как дауны какие-то, блядь. Соберите, ну, волю, нахуй, яйца в кулак, там, я хуй знает, что-нибудь, блядь. Потому что это залупа полная. Дамаг тут приличный, нахуй, это вам, ну, не обычка какая-то. Здесь дамаг серьезный, нахуй, здесь надо хилить, пиздец, вы видите, блядь. Человек выносит метку, его еще эта черная лужа замедляет, блядь, фридома нету, нахуй. Так что, блядь, тут пиздец надо жестко. Вам хилам нельзя сдыхать вообще никак. Историю хукмастер тоже не должны ебланить. Видели, как я метки выносил? А у шехтера вообще нет фридома, что ли? Шехтер в свету. В свету. Ну, с хилов только он свет захилит.
Го. Синтек. Экзамен, ебать. Даю чё. Да на пол сейчас пойдет, то огре. О, хорош. Нормально, да? Угу. Никуда не двигается, нормально. Четко. Метеор 5 секунд. Уже падает. Это 5 секунд до падения. Секунду до падения. Он в небе появляется, если летит то ли 7, то ли 9 секунд он летит до земли. Как он говорит, небеса в огне, это значит метеор уже появился, значит уже можно бежать. Рюк. Рано, блять, рано диспелить. Тут и лужа нам во тьме насрет, нахуй. Из этого во тьме будем страдать, нахуй. Лужа минуту, по-моему, лежит. Все, вторая фаза. Так, он зашел, заходим. Надеюсь, понимаете, да, с какой стороны, сука, заходить, да? Что подъебало, нельзя заходить. Внимательно сейчас с лезвиями, с метками. Все одно и то же. Наперед не неси только. Максимум, что 90 градусов. Вот он пока выходит, слушай, его захиливать надо. Вот лезвие смотрим. Вот смотри, сейчас возле лужи шарик пролетит. Вот он пролетает. А хули вы в сове стоите, блядь? История Синтек. История Синтек, падаем. Сейчас стоял в этой пачке. Ложишься. Я да, тоже стоял, блядь, но где-то слева от нас. Да, в пизду нахуй вас, нахуй, ёбаный в рот. Ложитесь. Заходите, падайте. Только в инст не заходите, блядь, а то дискон будет. Ебать, это же пизда, как сложно, нахуй. Вот, блять, вот я вам объясню. Вот сначала вы должны вдуплить, как появляются лезвия, когда, блять, куда смотреть, нахуй. Стопните свой ебаный дамаг, нахуй. Один трай, блять. Зайдите в тьму, нахуй. И посмотрите на ебаные шары и ДБМ, блять. Что, сука, это так сложно, блять. Сначала посмотрите на лезвия, как появляются, когда, блять. Сначала встаньте так, чтобы не словить луч, нахуй. И потом уже начинайте играть, потому что так, вот как вы хотите, хуй что у вас получится. Вас надо будет водить за ручку, нахуй. Я говорю, в сове вы на сову хуй положили, и двое стали левее и сдохли от лезвия, блядь. С хули я могу вас поздравить только, блядь. Вот тебе и 25-ка, Гера. Вы 25-ку придете, вы там, блядь, ногу пососете, вы от метеора сдохнете от первого, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. 25-ка, блядь. Го 25-ку трать. Идите, трайте хули, нахуй. Я посмотрю, блядь. Десятку не проносим. Там еще трэша дохуя, там еще с трэшем ебать. IQ надо, нахуй, сотку, как минимум, блядь. Я думал, здесь тоже трэш будет, нахуй. Хотел взять. Десятки трэша нет. Я бы вообще добавил бы. Хотя бы три моба маленьких и одного большого. Я бы добавил сюда трэш, заебало. Это РС-ка нахуй бесполезная. И шмот бы отсюда бы какой-то апнуть, не знаю, там, токен Т10 какой-нибудь. Ну то вообще, блядь, винс этот, сука, люди не хотят ходить, нахуй. Ну он тут всем ради чешки нужен, да и все. Короче, нахуй, в пизду. Ну, надо просто, ну, заранее начинать. Фурюк. Ты говори, если начинаешь, то говори, начинаю крутить, все, и мы пойдем. Но имей в виду, нахуй, если ты будешь крутить, ну, за спиной у тебя шарик будет, то мы все подохнем, и ты подохнешь. У тебя должен быть, вот ты на босса смотришь, на его ебало, и слева и справа от него должны шары идти, и ты должен двигать. Даю отчет. Понял. Мы без напола, если что. Да и похуй. Не бейте, значит, нахуй. Ну, два метеора падает.
побежали. Че, братан, под пузом застанило, как и меня? Или под хвостом? Да щели, щели это, больня. 30 секунд у синтека КД. Стопаем дамаг. Ждем, ждем БРа. Семь секунд синтек рейснет. Перебегаем на ту сторону. Так, ресы синтек. Дамажим. Ну, ресы. Так, вот тебе инер сразу. Уноси. Все, пошла фаза. Курюк не заходит пока. Он еще бежит из лужи, видите все? Во тьму не заходите, а то сдохните нахуй. Вот он зашел. Теперь заходим. Наперед зря. В следующий раз с другой стороны неси. Вот смотри. Вот в звезду встаем сейчас. В звезду встаем. Видишь, за каким лезвием мы идем? Все видят, блядь. И еще раз объясню, нахуй. Слушайте внимательно. Где оно, сука, исчезнет, там оно и появится в следующий раз. Смотрите внимательно. Вот тут исчезло, тут остановились, нахуй. Не неси наперед синтек, сука. Неси вот ближе к этой луже, которая до этого была. Мжи, блядь. Куда вас тянет, нахуй, туда нести, блядь. Вот сейчас во время лезвий будет лужа. Или это уже третья, нахуй. Ладно, похуй. Нет, после лезвия будет. Это было. Вот. Вот я несу. Диспел. Нихуя сложного. Тут все как по маслу. Готовимся. Процент до выхода. Готовимся. Портал РДДшники где? А вот он. Быстро, быстро, быстро. Все, хуярим. Во тьме то же самое работаем. Нихуя сложного. Дай бог сдохните, блядь. Если это портал. Сейчас должны перебить. С подамажем настроя все-таки. Все, 50 нормально. Работаем. Шектор выноси. Мы перебегаем. Раз ты далеко, ты сам себя диспелишь. На той стороне был. Самое сложное, это когда на шекторе метка, чтобы он не проебал себя и танка. Все, дальше как по наезжен. Давай, Кирилл, выноси. Я диспелю шектор, не отвлекайся на него. Главное, захиливай. Частицу на танка. Ну синтек, сука, блять, в сучий глаз, нахуй. Бомж, нахуй. Ресую синтека. Геншин, ну я хуй знает, работай, блять. Помогайте Геншину хилить, а, там некому, нахуй. Когда лезвия не будет, скажите ему зайти. Синтек. Блять, синтек, сука! Заходи. Да какой заходи, он сдох второй раз, падаем. Какой бич на синтеке, я просто. Синтек, сука, бич, нахуй. Че он там сделал, объясните мне. Лезвие обычное. Бомж нахуй. Синтек, ты тут, алло, нахуй. Падайте во тьме, к боссу вставайте, это. Не заходите только в инст. Хукмастер еще, хрюк живой. Все, заходим. Геншин, как ты его проебал, блять? Он в лезвие зашел. Дебаф был, я выносил. И сдох, нахуй. Его исповедь, я его исповедь не долетел. Геншин, держи его за руку. Если на тебе... Я его за хуй сейчас держать буду. Если на тебе... Вы... Я не знаю, я пойду спекаться в холика, блядь. Да какой... Нахуй, не знаю, какой как холик? Как в ДЦ? Ну... Да, тут, блядь... Ну, рофл в том, что я кидаю на человека щит, там 15 секунд, блядь. 15 секунд, я ничего не могу с ним сделать, кроме кинуть ему, блядь, ебучее это. Но у тебя исповедь связующая. Связующая исповедь. Ты кастуешь молитву восстановления. Обновление кидаешь тоже. У тебя 5 человек всего. Ты все это кидаешь. У меня 600 косты, блядь.
В холике ты про... В холике, смотри, у тебя монорега нет, ты сядешь нахуй, высохнешь нахуй. Ну просто сдохнешь. Смотри, вот. Вы имеете в виду, вот может вам саппроты выпить нахуй? Хули вы без фласок вообще? Саппроты здесь пейте, вот вся тьма. Ну, хилы, по крайней мере. Бля, Бурябай, выруби там это микрофон, бля. Хули вы без саппротов нахуй, вас ебет по пол хп, блядь. Синтек, брателла, блядь. Ты тут играешь не как в РБК, нахуй, а по-серьезному, нахуй. Жизнецветы на себе стакай сразу три штуки, нахуй, как только ты метку понес. Ты танка хуй похилишь на ходу, нахуй. На себе стакай жизнецвета. И на это, на готове держишь это, скажи мне, нахуй. Ну ебаный, как называется этот, блядь, быстрое восстановление держишь. Если ты не просаживаешься, если тебя прохилил Геншин, блядь, ты с лужи выходишь, на тебе 300 каждый свет, ты их поддерживаешь. И если просаживается танк, ты на него даешь быстрое восстановление, блядь, с лужи, когда выбегаешь. Если ты просаживаешься, блядь, то, ну, с лужи выходишь, Геншин хилит танка, допустим, то ты себе даешь быстрое восстановление. Где все это, блядь? Как вы там играете, я хуй пойми, блядь. Там сложно играть. Нет. Да будет, ебаный в рот, я объясняю людям нахуй. Там сложно я будет, я сразу говорю, там будет сложно нахуй на хилах. Там надо жать кнопки пиздец, прям пыль столбом стоит. Вас двое там не просто так. Имейте в виду, блять. И в этой, в 25-ке будет трое хилов, и там также будет сложно, еще сложнее, блять. Там дамаг будет пиздец, там танк будет пиздец нахуй. Из 60 тысяч, блять, 10% будет оставаться стычки нахуй. Даю отчет. Бегать поняли как? Сейчас не сдохните. Просто не сдохните и все, блядь. Ну, выравнивайте босса, я хуй знает. Это залупа какая-то. Блядь, да как ты сдохший-то, ебаный в рот? Кукмастер, нахуй. Пола, чё, опять поворачиваемся, его, да? Падаем, нахуй. Ну почему Хукмастер сдох? Сейчас я посмотрю детали смерти, нахуй. На пул и холи дрим. Атака ближнего боя, нахуй. Почему он побежал в нашу сторону? Хукмастер, а ты вообще нахуя бьешь? Нахуя ты бьешь? Ты видишь, босс, блядь, побежал, нахуй. А, в пизду вас, нахуй. Бомжи, блядь. Чё? Что, сука? Ну, я не знаю, блядь. Ничего не делайте, ну пока он босса не побил 10 секунд, нахуй. Нахуй вы так делаете, блядь? Ты с автоатаки сдохший, в 2 БР в КД. Вы чё, блядь, угораете или чё, нахуй? Жрите рыбу быстрее, прошлую, блядь. Одна рыба на два трая, хоть это, блядь, хорошо. Такого нигде не было, нахуй. Никогда такого не было, и вот опять. Угу. Наперед лезвие не несите, блядь. Это... По ходу движения лезвия только во время лезвия метка несется. Все остальные 90 градусов назад. И лучше даже ближе к хвосту. Не к хвосту босса, нахуй, а к стене от хвосты босса, нахуй. От хвоста босса 45 градусов, нахуй. Пизду, блядь. Вы геометрию, наверное, не знаете, нахуй. Все готовы? Даю отчет. Никто не дамажит, нахуй. Не двигается, блядь. И башим. Двадцать пятка, блять. Десятки вот эти три штуки надо закрыть, нахуй. Разными людьми. За хвостом только оббегай, пошли. Сейчас убьете. Ага. Прям видно. Чувствуется, да? Да, настрой есть, да. Не накаркай. Да вся надежда на Синтека с Геншином, там под пиздец. Беги, малышка, беги! Там по идее... Лучше, наверное, блядь, шамана какого-то. Руку дальше. Да не, нормально. Друид с ДСшником вообще заебись. Так. Я завис. Люк завис. Зашел. Заходим. Работаем. Только танчик заставишь.
Да, блядь, ну не наперед, нахуй. Ну и сколько раз говорить-то, ебаные вы чурки, блядь. Как вы не понимаете? Чурки тоже люди. Так, начинай, начинай крутить. Этот сектор крутим. Везде стоим, везде стоим, везде стоим. Все, блядь, поставили. Первое лезвие, заебись. Где исчезнут, там и появятся вторые, блядь, не забываем. Вот смотри, сейчас исчезнут, исчезли, вот так и стоим. Все, остается только метки прохиливать вам. Следующая лужа, нахуй, вот там, где сейчас хвост халеона, в ту сторону, блядь, к стене, нахуй. А не наперед, нахуй, не подъебало, блядь, прием, нахуй, как поняли, блядь. Вот, по ходу движения. Теперь вперед, да, неси, да, по ходу движения. Вот. Ага, нормально. Сейчас, когда лезвие кончится, лужу следующую рядом с этой, вот, которую положили. Не наперед, а рядом с этой. Будете выносить. Сейчас 1% до выхода. Готовимся, портал, еще метка может быть. Выходим быстренько, выноси. Все, метеор на танке, перебеги просто. Тебя убьет, блядь. Пизда, нахуй, захиливай его. Все, Шектор, неси, я тебя здесь... Блядь, ну ты во тьме насрешь, нахуй. Ну ты хоть... Ладно, надеюсь, тьме нихуево там. Так. Там, смотрите, тьма, у вас все просто. Все по накатанной. Так, 40 я приторможу, Шектор, выноси. Массакру какую-то дай. Побежали. Бежим быстрее. Шектор, метеор, подъебало, не бегай, ну ебаный в рот. Метеор, осторожно, Шектор. Сука. У меня бабл. Ну а потом что будем делать? До бабла не будет. Потом выживать. Потом можно проиграть уже, да. Надо, чтобы 60 было. Так, выношу. Я не диспель, это. Ты вообще не диспель, просто хиль. Я диспелю сам. Чтоб ты свет небес не проебал. Так. Перебегаем. Так, я притормозил, потому что во тьме надо, чтобы переезжали до 50. Выноси. Шектор, выноси, выноси. Эд, сдвиньтесь чуть. Я тебя подхилю. Свет немножко в звезду отойдите, он там от огня отошел. Под ебалом, чтобы не стояли. Так, 60. Все, теперь свет побольше намажить. Ну вот, вроде убили. Только сейчас мастер вот выносит. Не паркай. Кнопка из-за 2 лима, можно и заслать. Так, я сам здесь пылю. Метеор. Метеор перебегаем, за хвостом перебегаем. Хукмастер сдох ГЦ, поздравляю, блядь. Этот. История работает там. Сейчас будет 40, как раз больше будешь дамажить. История метки выносит там. Все, дамажим просто на все бабки. Главное, чтобы тьма живая. Как вы хукмастера проебали? Или он в лезвие побежал? Он в лезвие побежал, вынося метку. ГЦ, хули. Ну ладно. Говно всякое. Говно редкостное. Говно лут, да. Давай, распылю нахуй. Там, в принципе, нормально лут не падает. Нормальный лут, блядь. Ой, да вот у тех двух меток, подождите, ребята, немного, потому что я, походу, не понял, в чем я именно затупил, а именно за ровно за пачкой разлил их. Ред, увидели мы это фиолетовое говно? Все, нормально, в пизду, не парься. Не, ну ты объясни, потому что, ну, я реально, походу, не допонял. Походу против движения. Все, смотри, когда лезвие активные, лезвие лучи видел, да, такие? Когда активные, ну, ты между двумя шариками бежишь. Во всех остальных случаях ровно назад. Вот, если ровно назад разлетал лужа и нету лезвия, ты несешь за ней. То есть не перед ней, а за ней. Потому что во время лезвия, ты если вперед насрешь перед ней, то во время лезвия, если будет человек выносить, у него там лужа насрана будет. Вот главное не проебать вот этот момент. Короче, чтобы... для следующего разливается. Да, не помешает. Да, понял. Вот теперь понял. Говорит, убили мы это фиолетовое говно, да? Так, это тебе надо, да? Так, потом что? Для коллекции только, если надо, холи дринку. Кожа какая-то.
забрать, что ли? И Жора сдох. И Жора сдох, блин. А ЕПЗ это будет? Так, давай 250. За ФК. Так мы уже делали ФК. Реснулись мы, разбахали. Встали, побежали, покинули. Мне надо мастера, пожалуйста, если что. Надо ДКшника. Ага. Все, ну сейчас это или кару 10 оп, или вторую, если дохуя людей желающих.